Для изготовления машинки возьмем обыкновенную баночку из-под напитка. С любого, который у вас есть, прекрасно подойдет. Кола, пепси, что угодно. Немножко отмеряем с каждой стороны, чтобы было поровну, чтобы получился такой ровный круг. Нам нужно полоску с центра вырезать. Видите, я позначил черточками. А теперь соединяем линию, чтобы потом было хорошо видно для выреза. Этот фломастер сейчас на видео плохо видно, но этого вполне достаточно. Видите, для выреза этого будет достаточно, чтобы ровно полоску более-менее вырезать, а чтобы оно криво не ушло куда-то. Теперь берем ножик, любой ножик, нужно, чтобы сталь была такая жесткая и не гнулась. Делаем аккуратно дырку, чтобы себя не поранить. Она хорошо прокалывается, легкими несколько ударов и все, она прокололась. И теперь спокойно она вырезается. Не нужно ничего, ни ножниц для металла, ничего. Ножиком прекрасно она вырезается. Также в помощь ножику можно взять и использовать, видите, ножницы для доведения круга до конца. А также ножницы — это не какие-то особенные, обыкновенные ножницы или бумаги. Этот алюминий достаточно тонкий, он режется прекрасно всем, что есть дома, как ножиком, так и ножницами. Итак, цилиндр у нас уже готов. Баночка достаточно не высохла, но ничего страшного. Это сейчас не важно, это чистая вода, она сейчас испарится. Хорошо, теперь этот цилиндр разрезаем. Вот так по линии, чтобы оно ровно приблизительно вверх было. Так, разрезал. У нас получилась такая полосочка тонкого алюминия. Наша заготовка. Видите, края здесь неровные. Нам нужно будет тут их немножко выровнять. Для этого лучше использовать линейку, чтобы сделать такую пометку, по которой пройтись ножницами, чтобы ровно оно с двух сторон получилось. Использовать фломастера не надо, прекрасно оно проводится тупой стороной ножа. Видите, с этой стороны отмеряем сколько вверх, чтобы с другой стороны было так же. В зависимости от баночки, естественно, высота будет разная. Так, пометили, запомнили. С другой стороны делаем такую же пометку. Так, есть пометка. Хорошо, теперь проводим линию для отреза.
теперь отрезаем ненужные нам полоски боковые этой фольги. Прекрасно, ровная такая полосочка. Прекрасно нам подойдет для того, чтобы сделать машинку для воздушной трассы. Складываем по обыкновенной схеме, по которой складывали мы бумажную машинку. Разница в том, что она будет из алюминия более долговечная, она не будет не меняться, а практически не ломаться, она такая жесткая, хорошая. И, естественно, тяжелее, она будет лучше проходить некоторые участки. Ну, естественно, тяжелее. Просто в некоторых участках нужно, чтобы машинка была тяжелее, а в некоторых, наоборот, значительно легче. Делаем по обыкновенной схеме, которую вы знаете. Или смотрите, вот как здесь делать. Это буквально несколько минут занимает, чтобы сделать бумажку. Вот такие углы мы поправляем каким-то предметом, например, ножом или ножницами, для того, чтобы угол ровный получился. Все-таки это не бумага, а жесть. Пускай и тонкая, но все равно жесть. Хорошо, выравниваем все. Так, хорошо, треугольничек нормальный получился. Так, раз, ну, тоже немножко его прибить, чтобы она хорошая была, нормально сойдет. Делаем на другой стороне такую же самую операцию. Ну, естественно, заворачиваем эти стороны вниз, для того, чтобы было дно машинки хорошее. Аккуратно оно все уже такое жесткое стало хорошее. Почти настоящая игрушечная машинка. Так, выравниваем какие-то уголки, которые не сложились нормально. Приминаем. Да, вот так. Хорошо. Заготовка почти готова. Теперь одну из сторон нужно сложить, естественно, помните, да? Так, одну сторону сложили. И вторую тоже туда складываем. Она уже вот идет тяжело, все-таки двойной лист жести, это уже немного сложнее нужно
прикладывать усилия. И тем не менее, она прекрасно все равно складывается. Выравниваем, чтобы она была ровнее. Ну что ж, теперь, естественно, нужно заправить одну сторону бумаги в другую, помните, да? Это уже будет почти окончательный этап сборки машинки. Вот эти два лепестка, довольно уже такие крепкие, мы заправляем вот эти две щели по сторонам. Ну все, заправили. Теперь только осталось разровнять и готово. Уже есть. Каркас машины готовый. Все стороны вошли хорошо. Отлично. Выравниваем. Так, чтобы получился угол. Все-таки он уже держит так прилично. Так, выравниваем. И складываем сразу же заднее крыло. Твоя хорошая, но большое получилось. Будет хорошо подхвачивать воздух. Так, крыло готово. Еще нужно боковые паруса эти сделать. Рукой уже не получится. Вставляем туда ножницы или нож и проворачиваем. Видите, раз оно получается сразу же. Куда-то оно ушло под камеру. Я не заметил, ничего. Операция очень простая. Вставляем в прорезь ту щель ножика и проворачиваем. Все, оно получается. Вот так. Вот. Видите, такие красивые паруса получились. Так, все. Готово. Теперь нужно вот эти полозья сделать, благодаря которым он будет преодолевать препятствия. Да, чуть-чуть складываем. Там уже 4 листа. Жесть идет, наверное, туго складывается, но складывается. Иначе будет хорошо держать. Так, до половины складываем, сразу настраиваем. Хорошо сложились. Готово. Машинка наша готова. Ну, вот такая маленькая. Удобная машинка получилась. Ездит, ездит. Первый тест пройден, она ездит. Заднее крыло, естественно, подравниваем, как нам нравится больше. С большим наклоном, с меньшим. Ну что же, попробуем с препятствиями. Трамплин как наш преодолевает. Тяжелее нужно, лучше дуть. Выезжает нормально. Так, возьмем сложнее трамплин, двойной вот такой. Так, тяжелее идет. Ну, на крыло нужно все-таки к новой машинке, там бумажная намного легче. Да, да, тяжелая. Ну ничего, она преодолевает, по крайней мере. Нужно просто приучиться, крыло лучше расправить, чтобы оно воздух подхватывало. Ну вот, проехала. Езда же стала на колеса. Все, машинка готова. На канале постоянно и регулярно выкладываются разнообразные игры, игрушки, настольные игры, разнообразные поделки, оригами и нехитрые, но вкусные рецепты. Также предлагаю вам просмотреть выложенные мной ранее видео. Возможно, некоторые вас заинтересуют. По тематикам также можно их увидеть. У меня только одна просьба, если не сложно, лайкните. Если понравилось видео, то присоедините, что придаст мне силы, оптимизм. А если нет, не жалейте. Вгоняйте минус, это даст понять мне, что нужно искать лучшие идеи и делать лучшие видео.